Всем доброе утро. Вот так мы собираемся на каньон. Мы едем на 3 ночи на каньон в Юте здесь, в Моаб. И там еще кое-куда заедем. В общем, там популярные каньоны. Мы будем там ночевать в отеле. И вот то, что я беру с собой поесть. Фрукты. Еще раз фрукты, дынечка. Ананасики. Здесь у меня, я уже отварила дорогу вон и кукурузку. И хумус взяла. И сыр мексиканский взяла. Вот знаете, он такой, как чечо. Такой вон он. Вон он, вон, не могу достать. Огурчики порезала. В общем, у меня здесь еды навалом. Все. Мы съедем. И съезжаем с этой замечательной квартирки. Очень жаль. Нам здесь так понравилось, так понравилось. Итак, по навигации нам ехать 3 часа 49 минут. Я уже купила подставку по телефону, очень удобно. И зарядное устройство. Потом верну в Walmart, пока здесь попользуюсь, потому что во Флориде у меня это все есть. Проехали примерно 1,5 часа и остановились в такой зоне, это rest area. Здесь можно сходить в туалет, помыть руки, купить напиток какой-нибудь. Там столики, можно перекусить. Мы сейчас перекусим и поедем дальше. Это просто невероятно. Какая она огромная. О, как красиво. О май годнес, мне хочется в туалет. Ты же писала. Конечно же, не обойтись без заправки. Остановилась заправить машину, а вот здесь посмотрите, какая красота. Невероятная, вообще просто. Я нахожусь в Юте и чувствую себя героиней какого-нибудь американского фильма. Здесь настолько красивые каньоны, и их так много. Вот постоянно, когда вы будете путешествовать по Юте, вы будете встречать разные каньоны, разные названия. Да, я на трассе стою, и здесь просто вот сзади меня такой шикарный вид. Я еду, я не могу рулить, потому что очень красиво, хочется остановиться, рассмотреть. Вот я и остановилась, и рассмотрела, потому что невероятно. Всю дорогу нас преследует такая красота, что я даже не замечаю того, сколько мы едем по времени. Уже проехали почти весь путь, а я настолько увлечена красотой, которая вокруг меня, что я даже не обращаю внимания на время. Это так красиво, вы не представляетесь. Вот мы и заехали в город Моаб, который показывали в передаче «Орел и Решка». И мы здесь тоже. Он очень маленький, очень-очень, как деревня. Очень-очень маленькие двухэтажные домики, милые, разных цветов. Это, я так поняла, центральная улица, на которой есть даже спа, магазины, кафешки. На обратной стороне тоже даже банк есть. Вот. Я думаю, что это в основном туристический город. Здесь очень много туристов, и в основном одни туристы. Ну что, мы приехали в наш отель. Он, конечно, очень простой. Обычный, классический, стандартный американский мотель. Я уже здесь навожу бардак. И где-то через час мы идем на арку. Вы хоть раз ходили в горы с бьюти-блогером? В платье. Платье, зато в ботинках. В ботинках будет удобно. Платье легкое, в принципе, дойду в нем. Волосы распущу и сделаю красивую фотографию на арке. Наверное. Этот парк очень большой. Мы уже едем минут 15 до нашей арки.
И здесь очень много разных локаций, на которые вы должны добраться при помощи автомобиля. И это занимает время, это не так быстро, как вы думаете. То есть въезд в парк он один, а добраться до основных достопримечательностей потребуется время. Национальный парк Арки, расположенный на так называемом Диком Западе США. Арки образовались здесь в результате воздействия воды, льда и небольших движений земной коры. Конечно, все это было сделано не за один день, только представьте, что медленным процессом эрозии на это понадобилось более 100 миллионов лет. Итак, на территории национального парка находится более 2000 разных природных арок, размеров от 1 метра, заканчивая огромной 93-метровой аркой. Нигде в мире больше нет такого скопления этих поражающих воображения геологических образований, творцом которого является природа. Однако помимо арок на территории парка есть множество других интересных геологических образований, таких как массивы скал необычной формы, каменные шпили, башенки, камни. Небольшой лайфхак: обязательно берите с собой питьевую воду. В летний период в парке очень жарко. Температура доходит до 40 градусов, а то и выше. Сара решила пощекотать мои нервы и залезла на вот такой камушек. И теперь с него слазит. Давай, давай. А теперь к нам иди. Здесь в Моабу есть магазин Rock Shop. Здесь продают разные камушки, потому что здесь их добывают, и мы хотим посмотреть, что же интересного здесь есть. Тут прям сразу на улице они продаются. Опалы и подковы. Смотри, вот это прям хрусталь какой-то. Дешево, между прочим. Агаты. Вау. Как прикольно, слушай, тут разные есть просто. Опалы разных цветов, прям ракушки. Я в шоке, что здесь на улице они лежат, как бы никто не ворует, все спокойненько смотрят и рассматривают разные камушки красивые. Прикольно. Здесь какие хотите есть амулетики. Нужен тебе кварц. Есть даже окаменелая рыба, ракушки и так далее. Такие вот интересные здесь камушки. Это окаменелые животные, морские и даже растения кое-какие, рыбки. Посмотрите. Вот. Вот такая лампа у нас есть соляная, да, Сара? $3900 средств. Вот, смотрите, это все розовый кварц, который привлекает любовь. Смотрите, вот непонятное образование за $2200. Боже мой, ребята, посмотрите, мы приехали в другой каньон абсолютно на следующий день. Он называется National Canyons Park. Он, вот этот вид, это просто пипец, да, Оля? Если смотреть. Очень красиво. А Оля вчера подвернула ногу. На каньоне. Будьте аккуратны и носите правильную обувь. Вот такую. Да, как уже. Ребята, посмотрите, какая красота. Это что-то невероятное. Это самый красивый вид, который мы встретили за последние дни. Очень красиво. Ой, ребята, это просто что-то невероятное. Этот каньон, он незабываемый. Здесь есть река, он называется Green River Canyon. Он очень-очень красивый. Как в кино, как в сказке, как в фильме, не знаю, как назвать это. Волшебство. Чем-то я на краю прям стояла и сделала фотографию шикарную. Это... невероятно! Мы только что сделали такие красивые фотографии для вас на каньоне. Это просто что-то невероятное. Я стояла на краю обрыва в таком вот красивом белом платье. Фу! Все за меня переживали. Такие: о, нет, Женя, не надо, это иди. А я это сделала. Ва-ва-ва-ва-ва! Ребята, всем привет! Снова мы еще в Моабе.
каньоны объездили, но только местные каньоны, которые здесь расположены около города Моаб. К некоторым каньонам ехать минут 40, час, в общем, по-разному, но вот в этом районе их очень-очень много. Мне кажется, мы даже все не успели объездить, облазить тут надо несколько дней, потому что есть такие каньоны, на которые нужно идти пешком, и мы до них так и не добрались. Но мы хотим еще сейчас заехать в один парк. Здесь я видела тоже в передаче «Орел и Решка» парк с динозаврами. Там очень прикольно, Сара хочет посмотреть. И динозавры прям в пустыне такие огромные стоят. В общем, натуральной величины, якобы макеты, которые были когда-то здесь, в Моабе. Я шучу. У меня голос пропал, потому что тут очень странный климат. Здесь пустыня, очень-очень сухо. Мы вчера вечером гуляли, я думала, у меня все высохнет лицо, ветер такой дует, ой, прям капец. Но тепло, очень жарко днем, аномальная жара, где-то 115 по их американским, ну, по нашим, это где-то 40 градусов, и то больше жары, прям адская жара. И мы поехали дальше, да. Смотрите, какие крутые локации для съемок, для фотографий. Люди даже скатываются с горки оттуда, очень высоко поднимаются. Посмотрите, такой красный-красный песок. Блин, так прикольно вообще. Как пустыня, настоящая пустыня. Вот мы заезжаем в этот парк с динозаврами. Входим в парк. Я не знаю, сколько стоит вход. Взрослый 16, а детский 12 долларов. Вот, это, представляешь, вот такая у него была голова. Огромная. О-оу. Давай фоточку. Вот, смотрите, как очень прикольно. Вот эти динозавры прям как настоящие. Еще такой вид красивый. На каньоны. О, еще одни динозаврики. Похоже на броненосцев, да? Отпечаток лапки. И он был, да, не очень высокий. Мне по пояс. Но они натуральной величины изображены здесь. О, вот смотри, опасные какие. Миленькие. Пошли туда дальше еще. О, иди, вставай. Здесь можно освежиться. Нажимаете на кнопочку, идет водичка. Освежает? Вот эти не хищники? Сара говорит, они едят травку. Да? Ты откуда знаешь? От верблюда? Нет. Из Ютуба. А, из Ютуба. Вообще здесь, конечно, очень красиво, то, что динозавры и каньоны, вид на горы. Что сказать, парк небольшой, у меня уже шляпа помялась. Но очень жарко здесь, в пустыне. Наверное, все-таки в Юту нужно прилетать, когда не так жарко. Это осень, весна. Сейчас просто днем невыносимая жара. Очень-очень жарко. Сложно гулять. Парк маленький. Вы можете его обойти буквально за 20-30 минут по жаре. Все. Здесь можно взять для маленьких детей вот такие тачки, чтобы дети не ходили, и родители их возят за собой. Также видите, здесь детские площадки. Видимо, для тех, у кого здесь годовые абонементы, сюда приезжают. Но сейчас очень жарко. Только карта Америки. Туда Флорида ищи. Вот. И вот Тампа. Где Тампа? Вот. Тампа аж вот здесь.
Еще здесь есть музей, в который мы зайдем, наверное, если он открыт. Очень жарко. В музей нас не пустили, потому что у нас обычные билеты. Если бы мы купили типа все включено, и аквариум, и музей, это было бы где-то 50 баксов. Ну, я не стала платить. Мы, главное, посмотрели на динозавров и вышли. Все, поехали дальше. Едем дальше домой. Все, очень крутая была поездка. Рекомендую всем Моаб. Вообще Юта удивительный штат. Здесь столько всего красивого. И Моаб — это только один маленький город, где есть вокруг него очень много разных каньонов. Но в Юте, помимо Моаб, еще очень много других парков, много каньонов, куда стоит съездить и посмотреть, потому что Юта очень-очень красивый штат, очень живописный, красивый, постоянно меняются цвета, говорят, здесь осенью вообще очень красиво, невероятно, когда деревья меняют цвета, тут все желтое, красное, природа восхитительная. А мы едем дальше, мы едем в Солт-Лейк-Сити, будем жить в Даунтауне, прямо в центре-центре, у нас классная квартира, я вам покажу попозже, и буду снимать влоги, продолжать. Всем спасибо за просмотр, пока-пока! So